Жители городского округа Щелково знают Дмитрия Васина как депутата окружного совета, человека, который всегда готов прийти на помощь, откликнуться на просьбы, с которыми к народному избраннику приходят люди. Недавно депутат принял для себя такое решение, которое, как он сам признается, зрело давно. И этот поступок не может не вызывать уважения. Он решил отправиться в зону специальной военной операции добровольцем. Решение, да, непростое, наверное, непростое не то, что для меня, для моих близких. Очень сильно переживают, волнуются. Но, вы знаете, я считаю, нужно это сделать, нужно пойти, нужно отдать долг Родине. Сидеть, рассуждать об спецоперации – это одно дело. А реально помогать, ну, я знаю, что много сейчас и жителей помогают. И, ну, я считаю, что это будет, наверное, самое правильное решение помочь именно там. Страшно представить, что пережили люди Донбасса за годы притеснений. Стараний врага стереть русский мир на территории, за которую когда-то воевали с фашистами наши деды и прадеды. Просто смотреть, как страдают люди, женщины и дети, не смог и Дмитрий Васин. Для него, как для отца четверых детей, а самому младшему нет и 3 месяца, стать добровольцем значит встать на защиту и своей семьи. А когда у меня такая семья... То есть, ну, некоторые, вот у тебя родился сын. Я говорю, так может, я иду из-за того, что у меня сын родился. Мой дедушка воевал, да, вот, ну, много близких. У нас небольшой поселок, я просто помню 9 мая, когда у нас вся площадь забита ветеранами. Мы гордились ими, восхищались, что вот они защищали, не боялись, шли. И вот, ну, наверное, вот на этих примерах как-то, может быть, внутри вот сформировалось вот это. Ну, люди абсолютно разные, понимаете, и у всех разные отношения, может быть, воспитаны по-разному. Я не знаю, что влияет на людей. Ну, вот мне повезло, вокруг меня люди, которые, ну, я считаю, все патриоты. На время отсутствия депутата его работу на себя возьмут коллеги из фракции «Единой России». Проблемы и просьбы жителей не останутся без внимания. Проблемы есть, были и будут, и мои коллеги-депутаты решали их, решают и будут решать со мной или без меня. Самая большая сейчас проблема для нас – это все-таки СВО. И нужно решить эту проблему. Нам нужно победить. И я думаю, потом уже в спокойном режиме мы доделаем все остальное. Один из самых порядочных людей, самых ответственных, самых надежных. Это не только наши слова нашей вот фракции, это слова жителей. Поступок настоящего мужчины – это поступок гражданина, человека, который действительно готов себя посвятить Родине. Лихие времена – лакмусовая бумажка. Именно в такие моменты истории и проявляется истинная сущность человека. В первую очередь берет чувство гордости, конечно, что попал в эту часть. Сейчас вот мы находимся на аллее. Это здесь находится бездна героев, десантников, которые отдали свою жизнь в разных локальных войнах. Для Дмитрия Васина, как и для тысяч россиян, которые отправились добровольцами на фронт, встать на защиту интересов своей страны – это дело чести и совести. Анна Балиет, Игорь Поляков, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.